Развитие малой авиации в регионе обсудили на совещании под руководством главы республики Сергея Меликова. Сегодня малые воздушные суда используют для ликвидации природных катаклизмов, оказания срочной медицинской помощи, сельскохозяйственной и других сферах. Однако сфера воздушного транспорта в регионе в упадке в связи со снижением пассажирооборота и авиационных перевозок. В середине прошлого века в Дагестане было 22 аэродрома. Люди добирались на вертолетах практически во все горные районы. На сегодняшний день развитием отрасли занимается завод КЭМС. Они уже разработали многоцелевой 4-местный самолет МАИ-411. Воздушное судно прошло испытание и получило сертификат летной годности. На очереди создание еще 3 опытных образцов.